Так вот, игра «Черный плащ 2», она является синглом. Серджи ее разрабатывает со своей командой. Сейчас увидите ссылку на страницу, где вся полезная информация по этой игре. Эта игра сейчас в стадии разработки, готов пока только первый уровень. И Коля вам сейчас продемонстрирует, что она из себя представляет. Ни для кого не секрет, что мы все мечтали поиграть в игру «Черный плащ 2», и она даже была анонсирована Capcom'ом в одном из журналов, по-моему, Nintendo Power или еще в каком-то. Но так и не вышло. И вот Сержа решил это исправить. У тебя не работает управление. У меня не работает управление. Вот. Ну ты исправляй. Да-да-да. Вот. Вот, как вы видите, заставка игры очень неплохая. В игре будет сюжетная линия, будут новые уровни, целиком все. ЧП даже здесь умеет говорить. Угу, в начале уровня. Да. И вот, собственно... Да, подожди, ты играешь или ты не играешь? Я играю. А, это у меня, значит, не видно. В общем, вот на этом сайте rargame.ru/file/20/dv2.htm и происходит, собственно, все... Ну, в смысле, выкладываются все рабочие материалы по игре, но саму игру пока скачать нет. Как видите, целиком новый уровень. Действие происходит на электростанции, где боссом выступает Мегавольт. Ну это что такое вообще? Это какая-то жесть. Ладно. Но это все-таки еще даже не бета, поэтому о грехе есть. Да, это даже не бета, потому что она продолжает дорабатываться, первый уровень продолжает шлифоваться. Игра не будет повторять целиком и полностью первую часть, то есть вы не думаете, что в ней будут те же самые уровни, просто с другой графикой и с другими персонажами. На самом деле нет, игра будет более-менее новой, так как в ней уже предусмотрены другие режимы игры, помимо обычного вот этого вот платформера. В ней будут появляться новые персонажи, и боссы все в этой игре тоже будут новыми. Ну, вернее как, сами боссы, может быть, будут уже хорошо знакомы, но драться и выглядеть они будут уже по-другому. Вот, к чему я, собственно, веду? Я веду к тому, что на этот проект сейчас собираются активно средства. Вот на ссылке, которую вы видите внизу экрана, вы можете ознакомиться со всеми реквизитами, и Сержи, я думаю, ему было бы приятно, если бы кто-нибудь не пожалел ему на разработку всего этого проекта внести какую-нибудь финансовую помощь. Так, ты жизнь будешь брать, да? Да. А ты ее уже взял. Вот. Мне эта игра очень понравилась, на самом деле. Просто мне еще больше хочется увидеть то, что будет дальше. Потому что дальше должны быть уровни уже другого плана. Другие боссы. И поэтому очень хотелось бы, чтобы проект не загнулся. Потому что поиграть в ЧП2 в детстве я очень мечтал. И я абсолютно уверен, что в этой игре точно так же будет в конце финальный босс антипо... Ни хрена себе. Что именно? А я не находил эту секретку. Да? Да. Она же очень простая. Вот это да. Вот бонусов я тут не нашел. Интересно, есть они тут? Ты так и не спросил у него? Ну, насколько я знаю, должны быть. Я ни одного бонуса не нашел. А то хотелось бы показать. Но зато есть секретка. Я думаю, что секретки тоже будут на следующих уровнях. Ну, как вы можете слышать, музыка новая, во всех уровнях будет совершенно другой левел дизайн, будет другая музыка, будут новые персонажи, будут сюжетные заставки. Пошел Мегавольт, блин. Если честно, я его обычными пулями так и не завалил. А я завалил? Убил я его костями. Ему надо 6 костей. Но я его сейчас попробую сначала завалить, так? Как вы можете видеть, Мегавольт — это Мегавольт, но здесь он уже другой, он не такой, как в первой части. Он всё-таки сделан очень стреляет, не совсем понятно. Еще от этой нормально уворачивается. Но
Кстати, я забыл сказать, что в игре предусмотрены новые, будут предусмотрены новые виды оружия. Ты не взял, да, рассыпуху? Взял. Да, взял? Она, кстати, тут по-другому действует, я ее просто не использовал. Да, вот ты не успел показать. Ай-яй. Она падает и как бы не по полу бежит, а на месте рассыпается, как бомбочка. Ну давай, дохни уже. Сколько раз тебя? А сколько интересно мощность кости в патронах? О, я его убил. О, красавчик. Бля, все со второй жизни. Мне понадобилось жизни 8. Но игра, как это самое, собственно, и должна быть, она будет сложнее, по крайней мере, боссы будут сложнее, чем в первой, потому что, в отличие от той игры, она разрабатывается уже не для детей, ну, я имею в виду как, возрастная категория будет уже немного повыше, соответственно, сложность должна быть повыше. Это игра, собственно, для олдфагов, так скажем, которые играли в первую часть и хотят поиграть во вторую. Вот, собственно, вот такую вот вещь она из себя представляет, как вы видите, To Be Continued. Поэтому Киномания уже участвует в спонсировании этого проекта. Мы очень надеемся, что кто-нибудь из вас тоже захочет присоединиться и посодействовать. Сейчас эту игру пока нельзя нигде скачать, но если она будет продолжаться разрабатываться, то я уверен, Серж же ее выложит в свободный доступ, и вы все сможете наконец поиграть в Черный Плащ 2. В общем, спасибо огромное за внимание, спасибо, Коль, что прошел. Вот. Мы надеемся, что проект не загнется, и будем по мере его развития вас информировать о том, как он будет продвигаться. На самом деле, задумка, мне кажется, очень хорошая. Меня больше всего радует, что это не хак, как бы, первой части, а это новая игра, и боссы здесь тоже будут новые. Собственно, какие они должны были бы быть во второй части на Денди.